Приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы поговорим о бархатцах, удивительных цветах, которые не только украшают наши сады, но и имеют множество полезных свойств. Знаете ли вы, что эти солнечные цветы могут оказывать благотворное влияние на здоровье? А еще важно помнить, что как и у любого природного средства, у бархатцев есть и противопоказания. Давайте разбираться вместе. Несмотря на непризнание растения официальной медициной, у народных знахарей и травников бархатцы в немалом почете. Среди полезных свойств отмечают противовоспалительные, противовирусные, противопаразитарные, успокаивающие, иммуномодулирующие, антибактериальные, антисептические и антиоксидантные. Домашние лекарства, приготовленные из растительного сырья, используют при таких болезнях или патологиях. Язва желудка, панкреатит, гастрит. Дерматиты. Болезни поджелудочной железы. Головные боли. Нарушения в работе нервной системы. Глистная инвазия. Бессонница. Сахарный диабет. Утомление, связанное с умственными нагрузками. Простудные заболевания, сопровождающиеся кашлем. Вирусные заражения. Незаживающие раны. Трофические язвы. Атеросклероз. Повышенное давление. Пользу из растения извлечь также можно при нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы. Простые настои и отвары нормализуют сердечную деятельность, очистят сосуды, повысят их эластичность и упругость. Бархатцы – одни из немногих лекарственных растений, которые не наносят вред организму. Однако даже с таким полезным растением нужно быть осторожным и учитывать некоторые факторы. Препятствием к приему бархатцев может служить индивидуальная непереносимость компонентов растения, которая может привести к аллергической реакции. Также бархатцы не рекомендуется употреблять при беременности. В этот период организм наиболее чувствительно воспринимает многие компоненты, а в бархатцах содержится большое количество эфирных масел. Маленьким детям до 2 лет употреблять бархатцы тоже не стоит. В период активного роста организм ребенка может плохо воспринять лекарственное растение. Как видите, бархатцы – это не только красивые, но и полезные цветы. Если правильно использовать их целебное свойство, они могут стать прекрасным дополнением к вашему арсеналу натуральных средств для здоровья. Однако не забывайте консультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, если вы уже пробовали бархатцы в качестве лечебного средства. Спасибо за просмотр. До новых встреч!